Я пою всего год. И что, прям нигде не занималась? Нигде. Надо же. А с чем работа-то связана, да? Ты говоришь? Водитель «Газели». Как? Я водитель «Газели». Давай поговорим, а нас с тобой потом, чтоб как-то снять с души ошибки наших судеб. Давай поговорим и вспомним обо всем, что было так давно, чего уже не будет. Я чушь тебе мелю, а думаю о нас, и вроде не смотрю, а все равно все вижу. Как смотришь ты за мной, и кажется сейчас, ты хочешь, чтобы я подсела к тебе ближе. Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, в душе перегорели, о памяти моей, но в памяти моей так много теплоты, так много теплоты. Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думал, постарел, все в прошлом и забыто. Ты веришь, сколько лет, а каждый раз щемит. Вот мы с тобою здесь, вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то, а юность наша где-то, как хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим, ни повода, ни слова, и скроем ото всех, и скроем ото всех привязанность свою. Я помню слово в слово, я помню слово в слово, как будто ты мне снова, как будто ты мне снова сказала, я тебя по-прежнему люблю. Не думать о тебе мне выше моих сил. Пусть даже столько лет у наших с тобой судеб, ведь так, как ты меня, ведь так, как я тебя, никто не полюбил, никто не полюбил. Как жаль, что ничего у нас уже не будет. Вот эта вот очаровательная девушка с таким голосом. Водитель «Газели»? Да. Голосуйте за эту очаровательную и этого водителя. Эту водительницу. За эту очаровательную водительницу «Газели». Ставьте большие пальцы обязательно. Подписывайтесь на наш канал. Нарвахор в Ютьюбе.